зрителей нашего канала, канала группы компании «Автограф». Здравствуйте! В этом видео сегодня мы хотим поделиться с вами очень приятной для нас новостью. Количество подписчиков нашего канала перевалило за 1000. Ярослав, своими выступлениями ты уже можешь собирать такие небольшие стадионы. Ай, однако вгоняйте в краску. Не будем вгонять тебя в краску, а с вами хотели бы отметить это небольшое, но очень значимое для нас событие. Мы объявляем конкурс видеосюжетов. Конкурс с беспрецедентно ценными призами. Участвуя в нашем конкурсе, вы можете выиграть один из следующих призов. Итак, первый приз – это краскопульт от компании Valmik Genesy HTE в эксклюзивном золотистом корпусе. Да, такого практически нет ни у кого. Очень эксклюзивная модель. Грунтовочный пистолет – это второй приз. Slim HTE с оплом 1,7. Очень простая, классическая рабочая лошадка, надежная. Нужный инструмент. И набор сервисных пистолетов от компании Valmik – это продувочный пистолет и пистолет для накачки шин. А что? Что нужно сделать, чтобы заработать эти призы? Сейчас расскажу. Итак, все очень просто. Вы снимаете видеоотзыв о нашем канале, канале группы компании «Автограф». Далее вы размещаете этот видеоотзыв у себя на канале YouTube и на стене ВКонтакте. Прямо под этим видео в комментариях присылайте нам ссылочку на ваш видеоотзыв. И, конечно, вы должны быть подписчиком канала. Поэтому, если вы еще не являетесь подписчиком, обязательно подписывайтесь. Призы получат те видеоотзывы, которые наберут наибольшее количество просмотров. Внимание! Мы будем отслеживать честность видеопросмотров, количество просмотров. Есть, если вы будете использовать методы черной накрутки просмотров каналов, просмотров видеоотзывов, то мы таких участников будем исключать. Поэтому с нас честные призы, да. С вас честные просмотры. Евгения, а ведь же может произойти такая ситуация, что хороший, креативный, веселый видеоролик или видеоотзыв, он просто не успеет набрать должное количество просмотров. Может быть, тогда как-нибудь отметим креативную составляющую видеороликов отдельным призом? Ты знаешь, я поддержу твою идею. Есть у меня еще один приз. И его получит автор самого оригинального и креативного видеоотзыва. Есть одна интересная идейка. А что за приз? Приз отличный. Это двухъядерный планшетный компьютер с диагональю 7 дюймов. Да. Ну, очень удобно играться. Ну, все, надо. Смотреть надо, файлы. Надо бежать снимать, я пошел. Подожди, Ярослав. У меня еще есть сюрпризы для вас. Итак, авторы трех первых видеоотзывов, размещенных на нашем канале, получат маску для маляра, вот такую, Jetta 5000. Вот. А еще бывает, что процесс съемки видеосюжета затягивается, но вы не отчаиваетесь, вы размещаете ролики. Авторы трех последних видеоотзывов получат малярные комбинезоны, вот такие Jetta Safety, такого нейтрального цвета. Очень похоже на что-то. Как Дед Мороз прям ты. Ой, какой же я Дед Мороз? Я Снегурочка. Итак, давайте повторим то, что нужно сделать, чтобы выиграть ценный приз. Первое. Это снять видеоотзыв о нашем видеоканале. Второе. Разместить видеоролик, видеоотзыв на YouTube в вашем канале и ВКонтакте. Третье. Ссылку опубликовать в комментариях к вот этому вот видео. И четвертое – быть подписчиком нашего канала. Все очень просто. В принципе, вроде все просто и понятно. Остается только информация о сроках проведения. Конкурс стартует прямо сейчас с публикацией этого видео 23 октября. Заканчиваем мы принимать ваши видеоработы 3 ноября в 18 часов по московскому времени. Видео, опубликованные уже после этого времени, мы, к сожалению, рассматривать в конкурсе не будем. 4-го вся страна отдыхает, а 5 ноября ровно в 11 часов по московскому времени в прямом эфире мы объявим победителей. Все призы мы отправим вам почтовыми отправлениями прямо к законным владельцам. Отлично. Ну что ж, наверное, надо пожелать удачи нашим зрителям. С нетерпением ждем ваших видеоотзывов. Снимайте видеосюжеты и получайте призы.